Всем доброго времени суток. Погодка сегодня шепчет. И что-то не удержался, пока дома проволындался. Время опять на рыбалку. Опять чуть-чуть осталось. Но, тем не менее, решил приехать. И сегодня решил что-то с микрухой. И чего-то залез опять в забробниках в речку. Скоро уже не зайдешь. Одеваться надо уже потеплее. У меня лыжный костюм зимний пододет, мембранка. И чулки от сапогов в торве, рассчитаны до минус 20, по-моему. Поставил пока мосио. Было пару каких-то подтяжек непонятных. Ну, пока тишина. Ну, кто-то зашел. О, стук. Стучит. Опа. Так, ну вот и кто-то у нас все-таки клюнул. Кто у нас может клюнуть? Конечно, акушарик. Ой, акушарик так ничего вроде. Скушал мосило. Это я еще по колено зашел. Вот такой красотунчик. Сейчас фотоем его. Опа. А там. Удрал. Что, пробуем еще? Окунек вроде слегка в активе. Стоит зелененькая мося. Бережок. Надо, пока солнышко не село, дальше пройти успеть. Там, где крупный окунек живет. Этот придерживает, а? Мелочь какая-то постукивает. О, о. Ах ты, свалился. Мелкий акушарик. Сейчас, может, помельче чего-нибудь поставим. Нет, хочу покрупнее акушарика поймать. Щукана. О, стучит прямо вот под ногами практически. Вот он. О, какой монстр. Надо умудриться еще сожрать. Беги, изверг. Прямо под ногами клюнул. Сегодня у нас крастейш. Катушка Айкай Казер 1500. Шнурок Атаквы 006, по-моему. Кстати, любители всяких крутых шнуров и тому подобное. Вот как поставил 3 года назад. Не сматывал, не перематывал. Как ловлю, так и ловлю. Вот петелька появилась, тут все распутать никак. А резать жалко. Первые несколько метров там немножко выцвели вроде как. Ну а так, ловлю да ловлю. Никаких таких уж тут супер-пупер. О, опять мелочь стучит. Свалился. Вот
туда сейчас под кустики. Что у нас там? Ну, кто-то стукнул. Кто-то там живет. Висает. О, ударчик. Нехилый такой. Ох ты! Это была щука, это был срез. Вот так. Фрикциончик вроде. Все, перематываемся. Перевязался. Поставила воронку. Посмотрим. Щучка небольшая была. Килушки не было. Может, с полкилограммчика, может, была, если. Ну, может, побольше, судя так. Почему фрикцион не сработал вроде? Флюрик 0,2 стоит. Поэтому щучка его сажала. Нашу фамилию не спросила. Что-то не хочет на воронку. Поменяем. Только я там-то. Во. Сейчас посмотрим, коричневый такой. Что у нас из этого получится? Что-то я головку, походу, тяжеленькую поставил. 3 грамма. Сейчас поставлю вот такого нимбла. Походу окунь сегодня любит волосатый резин. Чтобы немножко играл. Вот так. Что нам это даст? Это кто-то там стучал. Да. Монстр. Угу. Ещё монстр. Под берегом. Окуняра. Мелковатые все. Где крупный? Сейчас танту такую поставлю. Зелененькую. Зелененькую поставлю. Не. Вот такую темненькую поставлю.
вот такую реплику на наноминоу. Смотрим, что у нас получится. Пробуем. Все, что-то темно совсем стало, выхожу. Не хочет больше рыб клевать. Солнышко село и все. Поклевки прекратились. Попробую, может, пораньше получится. Но опять же, как погода будет. Ладно, всем пока.